Здравствуйте, меня зовут Анастасия Свирит. Я многие годы в нашем городе работаю в направлении Хорика и Public Relations. Мне было невероятно приятно получить награду и признание от Эльвиры Гавриловой и ее профессиональной команды в номинации «Event и шоу-бизнес топ 100 гордости и красота Украины женщины». Отдельную благодарность и восхищение мне очень хочется выразить за проведенное мероприятие в Одесском оперном театре. Все было не просто на высшем уровне со стороны организаторов, но и потрясающе душевно и весело. Я не побоюсь сказать, что это было одно из самых красивых и масштабных мероприятий нашего города. Желаю Эльвире и ее команде процветания, вдохновения и новых идей. Ну а мы всегда рядом.